копает яму, тот упадет в нее. Кто разрушает ограду, того уже змей. Три демонстрации профессиональной этики в свете тьмы. Конечно, вне закона, кто вы? Вы в изоляции своей конкретизации, не симуляции в уличном мире абстракции. Хоть не было баксов, но было время для акции. Была идея, как построить свой мир. И возненавидел я весь труд свой. Лучше тебе не обещать, нежели обещать не исполнить. Пути расходятся, когда увидишь ты добычу. Сила или слабость, как назвать двуличие? Друг, брат или враг? Грань сломана, деньги, сила и власть. Поколение нового, кто кого? Ты его или он тебя? Это твоя жизнь, и ты сам против себя. Все, что начал, ты должен довести до конца. Но никогда не поздно начать жить заново. Обманывать избол, поругаем не бывает. Чтобы сидеть человек, который поснет кровой, не может делаться прямым. Ничего нет, того нельзя считать. В глазах беззаконника пути его кажутся прямыми. Наконец и погибель, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей. И кровь житейская не есть от Бога. Наркотики, оружие и проституция. Кому как получается, тот так и крутится. Для меня домом давно стала улица. Денег стало много, но небо так же хмурится. Большие деньги приносят только зависть и смерть. Когда ты видишь это, понимаешь, что не так могуч, как кажется человек. Что меня ведет, тьма или мой свет? Свет, мой друг. Демоны с совестью. Мы как глупцы, идущие над пропастью. Дружим со злом, Встаем врагом Господу. Но никто не знает, что ждет нас там. У каждого много плохих дел, не суди и не будешь судим. Судьей волеет стать каждый. Стать каждый, но только на небе. Суд настоящий. Хоть и черствый хлеб, но честно заработанный. А украденное мясо под адскими воротами. И гибнет богатство от случаев несчастный. Ведь ты продал душу за земное счастье. Что с того? У тебя все было. И что с того? Но совесть про тебя забыла. Ты его жизнь одним выстрелом вымерил. Что теперь? Что теперь? Что ты выиграл? Что ты выиграл? Что ты выиграл? Что ты выиграл? Что ты выиграл?